Еще 4 района Вологодской области присоединятся к проекту «Забота». Такое предложение высказала депутат Законодательного собрания области Татьяна Никитина на встрече с главой Вологды Евгением Шулеповым. Ветераны Бабушкинского, Никольского, Кичминско-Городецкого и Нюксинского районов смогут пользоваться картой, когда будут посещать Вологду. Подробности далее. Социальный проект «Забота» начал работать в Вологде в 2009 году. По карте «Забота» ветераны и многодетные семьи получают скидки в магазинах, аптеках, парикмахерских и у других партнеров проекта. Только за прошлый год было совершено около 15 миллионов заботливых покупок. Ветераны сэкономили около 150 миллионов рублей. Этот успешный опыт социальной поддержки переняли несколько районов области. По примеру «Заботы» были разработаны местные карты, которые действуют только на территории района, но не в Вологде. Ко мне обратились ветераны с тем, чтобы обратиться опять-таки к вам с просьбой, нельзя ли пользоваться картой «Забота» проживающим в сельской местности, но в те моменты, когда они приезжают по какому-то случаю, а это к родственникам, в областную больницу, картой «Забота», считают, что это было бы хорошим таким подспорьем. Мы готовы будем подписать соглашение о включении в этот проект, проект «Забота», чтобы ветераны могли, приезжая в Вологду, пользоваться теми же скидками, что и жители нашего города. Надо посмотреть технологическое обеспечение этого решения, потому что нужно изготовить карты «Забота», нужно организовать процесс выдачи этих карт в районах. Но я думаю, что через службы социальной защиты это можно сделать. Проект «Забота» интересен ветеранам всего региона. И ограничивать его территории Вологды никто не стремится, пояснил Евгений Шулепов. Известие о приходе «Заботы» в Никольский район местные ветераны встретили с восторгом. Проект известен за пределами областного центра уже давно. Это очень хорошая новость для нас, никольчан. Мы ведь часто бываем в Вологде и завидуем вологодским ветеранам. Мы ведь тоже видим все вот эти объявления о скидках по карте «Забота», магазинах, аптеках. Жители районов области смогут получать скидки на лекарства, продукты, услуги у всех партнеров «Заботы» в Вологде. Всего в проекте участвуют 150 предприятий и организаций. Напомним, в конце прошлого года по поручению Евгения Шулепова была проведена ревизия. В проекте остались только добросовестные участники, которые предоставляют достойные скидки от 5 до 50%. Мария Суворова, Михаил Прищев, Максим Дышковец, Вологда Портал.